Как вернуть себя на волну радости, женственности, уверенности в себе? Радость. По порядку, да? Радость, женственность, уверенность — это все разные корзинки наши прекрасные. Поэтому выделите себе дни, когда вы на позитивной диете, и вы ищите плюсы. Что будет происходить? Ваш фокус будет соскальзывать и говорить: ну, жизнь дрянь, конечно, какая радость? Смотри, что творится, а новости? Всякая фигня. Ну, в общем, не до радости нам. А вы будете говорить: это я уже знаю, а теперь мозг, ищи радость. И здесь главное, как в любой работе над собой, радость вы ищете, женственность, уверенность. Все равно, что вы ищете. Вот скомандовала, добейся, чтобы он нашел. Потому что если бросить на полпути, ай, типа, ладно, завела себе в плане 3 дня радости, я ищу, собираю хотя бы по 30 радостных событий. Ну, все, что глаз радует, не обязательно события, все, что увидела, услышала, почувствовала, помыслила, все радостное я фиксирую. Потом взяли, бросили на полпути. В следующий раз ваш мозг вас не послушает. Он скажет: ой, пошла ты, у тебя все несерьезно. Сейчас ты поиграешься 2 часа, потом ты все забросишь. Поэтому не давайте себе большую нагрузку, не давайте себе ее каждый день. Но в тот момент, когда вы себе отдали приказ, вы должны его выполнить. Иначе всю эту коту под хвост — пустая трата времени. То же самое с женственностью. Были же какие-то моменты, когда вы... Что такое женственность? Это доброта, это мягкость, это принятие, некая медлительность, да, то есть нет суете, некая рефлексия, она думает больше, чем говорит. Говорит она тихо, говорит она медленно. Вот такие вот. Были же моменты, когда вы были доброй, понимающей, принимающей. Наверняка были такие моменты. А если не было, да, то есть не можете вспомнить, а в каких моментах уместно быть доброй, принимающей, задумчивой, чуть замедленной? В каких моментах? Вот мозг вам подкидывает, ну какая ситуация или какой момент? Вы в нее погружаетесь, вызываете это состояние женственности. И вот, вот так вот и, что называется, нажимаем на кнопку, активируем, активируем, активируем. То же самое с уверенностью. Была какая-то ситуация? Была наверняка, когда вы уверены в себе, все, разойдитесь. Вот это вот. Не хватает вам, собственно, иногда, когда в прошлом что было, то будет, да? Что было, что было, то и будет. Иногда нам достаточно просто активировать те стратегии. Они есть, есть, есть. Была и такая, и такая, и такая, что называется, вспомнить все. Вспомнить все и активировать просто нужные стратегии. Если не хватает, но слабовато, слабовато, занимайте ресурсы, не стесняйтесь. У кого можно занять уверенность, да, там? У Ирины Мицуовны. У кого можно занять женственность? У Моники Белуччи, да? Вот занимаем, копируем. Ой, спасибо. Как стать музой для мужчины? Там 2 фактора: вдохновлять и быть кем-то, да? Вдохновлять, хвалить, говорить хорошее и при этом быть кем-то. То есть вот эти 2 фактора очень важны. Если схематично, схематично, чтобы было понятно, мы по-разному относимся к комплиментам от служанки и королевы, к примеру, да? Ну, то есть социальный статус такой взять. Или масштаб личности какой-то. Мы по-разному относимся к комплиментам и к поддержке от известного человека или от неизвестного человека. Поэтому, когда мы кто-то, когда мы над собой работаем, и здесь речь не обязательно идет о статусе, о материальном положении, об известности. Я просто привела, это как схематично, тогда понятно.
вообще о вашей внутренней наполненности. Женщина интересная. Да? Женщина, которой всегда тянет. Женщина, с которой всегда интересно. Вот от этой женщины цена поддержка. Взгляд этой женщины очень ценен. Когда она смотрит с верой и говорит: да ты же сможешь, я верю в тебя. И он сам в себя верит. Понимаем, да? Если женщина опустошенная, раздраженная, задерганная, и она на этой задерганности, опустошенности еще пытается что-то на него, ну, как бы, типа, не получается. Поэтому вот это вот наполнять себя, беречь себя, заботиться о себе, быть кем-то, и веру и поддержку. Иногда даже женщине не нужно ничего говорить. Она просто с ним рядом находится, и он смотрит на нее и говорит: вот такая она со мной. Нифига себе. Молодец я, значит, говорит он. Я многое могу. То есть просто своим присутствием.